Here's Johnny! Всем привет! И добро пожаловать на канал Johnny Play. Мы посмотрим сегодня игру под названием Shoot Me Frenia какая-то. Хер вы поймёшь. А, не совсем понимаю, что нужно. Стреляй. Выстрели в себя. Чего? Чего? Воу. Воу. Смотри-ка. Может нам через это... Вот в чем смысл игры-то у нас, да? В каждом уровне, по идее, нужно каким-то образом через два стекла себя застрелить. Да? Не так. Чуть-чуть сдвинемся. Тихо. И еще раз вот так же. Ну пока довольно легко. Воу. Ладно. Давайте сначала под... Херушки. Во-во, что-то было... Подожди. Не-не-не, вот так. Надо встать ближе. Отлично. С натяжкой скажем, что это какая-то разновидность портала. Нет. Так, не видно ни хрена. Давай отойдем. Так, если есть такая зона, значит, иди нужно вот тут встать, правильно? Не зря же она тут. Не так. Не так. Опять не так. Так, а может... Так, ниже, ниже, ниже. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Вот, отлично. Кажется, мы отстрелили важную часть мужского организма, но, тем не менее, уровень пройден. Дистанция, материя. Не так? Нет, не то стекло, надо через это стрелять, по-любому. Посмотри-ка, хрен. В этом стекле вообще отражения нету, так что стреляем через это. А, ну подойдем ближе. Чё я туплю? Не-не-не. Хорош. Во. Не знаю, сколько тут уровней, она, в принципе, должна быть небольшая. Так, ну это... Почти. Нет. А-а, понял. Идем назад. Вот так, если... Нет. А прыгнуть-то получилось, смотри-ка. Тут прыгать можно, оказывается. С частично отсутствующей гравитацией. Так, сколько? Два стекла опять, да? Так, зона маленькая у нас. Но теперь мы можем прыгать, если что. Это из... Не так. Так, нет. На то стекло... Вот, мы можем попасть на то стекло. Или не можем? Можем. Как ты попал? Не вижу. Почти. Да прыгни ты раньше. Прыгай. Ух ты, нихера себе, она улетела. Нет, зачем ты прыгнул? Отлично. Интересно, а будет тут больше двух стекол у нас? Или на двух все... Видимо, написано «прыгай». То, прыгни, чтобы поймать. Ей-ей-ей, промахнулся. Ловим. Чи. Первый раз, по-моему, когда в игре нужно ловить пули. Во-во-во, отлично, три стекла, да? Только нам нужно всего два было. Вау. Ну, это самое, предположим. Нет. Слишком далеко. Не-не-не, вот сюда. Во-во, вот так. Ух! Если херанут... Ух ты.
4-5 стекол будет вообще отлично. Нет. Так, зона у нас маленькая опять. Опять нихера не видно. А, смотри-ка, а так не получается. Надо взять обязательно, чтобы от поверхности отклонился. Так, а бочку можно сбить? Или она не двигается? Она не двигается, да? Должна двигаться, как не двигается? Не двигается. А, так, а если нам сделать вот так как-нибудь? Эх ты! Не-не-не. Так, отлично. Нафиг это стекло третье? Как ты это сделал? А. Блин. Да хорош. Отлично. Возможно, немного... Ох ты. Ох ты. Ловим. Твою мать. Почти. Нет, упал. Самый-самый-самый-самый. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Может, прыгать не придется. Не придется, отлично просто получилось. Давайте, наверное, еще один уровень пройдем и оставлю ее вам. Если, конечно, пройдем. А, в той, а в той... Подожди. А, нет. К сожалению, тоже не получается. Вау. Вот так, вот так, вот так. Вот, блин. Вот так, вот так вот. Ловим. Ай-яй-яй, далеко. Надо пониже. Пониже, 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 пониже. Ну, почти. Так, как мы стреляли? Я уже забыл как. А, вот. Нет. Ничего себе. От четырех, смотри-ка. Так. Да хорош. И опять. Да твою ж, блин. Так. Вот сюда. И вниз. Да чё. Отлично. Прям в пятку, но попали. А, все. Что ж, походу все. Похоже, это демо-билд. Как видите, не текстур полноценных. А может, так и задумано, черт его знает. Подожди. Ага, все. А, не все, может. Может, еще и не все. Может, еще и не все. Что будет? А, ну вот, вот теперь точно все. Что ж, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.